Ну что ж, вот мы около корабля. По прохождению нам нужно идти именно на него. Но для начала, прежде чем мы туда пойдем, я хочу вам показать бесконечную глубину. Конечно же, многим будет пофигу на это, да, потому что как бы для вас интереснее, наверное, саму игру проходить. Вот. Но я люблю всякой фигней заниматься, если я найду, собственно, чем можно заниматься, да. Вот. То есть, смотрите, мне всегда нравилось... большая глубина, то есть вообще в жизни, да, в реальной, вот. И я всегда мечтал заниматься дайвингом, плавать на большую глубину или плавать где-то на подлодке, вот. И так как меня все время большая глубина привлекала, мне все время было интересно, так же она меня и пугала. Большая глубина, когда не видно дна, то меня это всегда пугало. То есть, видите, она меня и манит, и в то же время пугает, вот. И если в играх, всякие игры, где можно плавать под водой, да, если вы хотите, вы минут 5 пропустите от этого видео. Я сейчас расскажу, потом я нырну, поплаваю, и потом я уже пойду на корабль. Так что можете пропустить минут 5, вот, если кому не интересно это. Если кто хочет чисто прохождение увидеть, как я на корабль пойду. Вот. То есть меня всегда привлекала глубина, и в то же время она меня пугала. Вот. И во всяких играх, где можно плавать под водой, мне все время интересна большая глубина. То есть, например, в GTA 5 там океан целый есть, да, и там можно плавать, но, к сожалению, там ограничено количество глубины, на которой ты можешь плавать. Например, на подлодке можно плавать всего на 150 метров, это очень мало. Вот. Когда ты плаваешь без подлодки, чисто в водолазном костюме, то тоже где-то на 150-200 метров можно заплывать. Потом ты просто умираешь. Вот. Это мало очень. Вот. Но мне нравится очень большая глубина, там, не знаю, больше, чем 1000 метров вообще глубину. Глубоко, чтобы было очень. Вот. То есть мне все время это нравится. И здесь вот место, где глубина бесконечная. То есть тут просто бездна. Без дна. Да? Вот. И смотрите, вот мы сейчас прыгнем и поплывем. Дна вообще не видно. И поплыли. Смотрите, короче. Я вот так вот плыл. Мне было интересно просто, есть ли дно или нет. Все-таки доплыву ли я до дна или нет. Максимальное количество, то, что я вот так вот плыл, это минут 10 или 15 я плыл. Мне потом просто, видите, я когда нажимаю, когда плыву, я держу кнопку Shift, это она быстрее плывет, но периодически она останавливается, чтобы передохнуть немного. Вот. То есть я все время плыву на спринте, да. И то, что глубина увеличивается, то, что мы на самом деле опускаемся все ниже и ниже, можно судить по... вот. По тому, то, что мы видим, когда мы поворачиваемся наверх. То есть, видите, там корабль видно и лодка. Сейчас, чем ниже я буду опускаться, тем дальше и дальше будет лодка отдаляться с кораблем. Например, сейчас вот немножко вот проплыл, да. Сейчас пока она не... вот. Видите? Почти не видно уже, почти скрылось. Вот. И видите, тут как темно там внизу. Не видно дна вообще. Вот. То есть я где-то... вот, все, да? То есть как бы, смотрите, уже мы заплыли так глубоко, что не видно. Но все равно, видите, тут светло. Вот, в принципе, так и будет светло. Темнее не будет. Хотя, видите, там внизу очень темно. Вот. Короче... у меня хватало терпения минут, наверное, ну, около 15 минут я плыл. Вот так вот. Хотя нет, смотрите. Сейчас меня... смотрите, что сейчас получается. Странно. Сейчас, когда я плыву вниз. Вот, я плыву, 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 да. И меня автоматически, видите, возвращает обратно. Такого раньше не было. Хм, странно. Раньше я мог плыть вот так вот, сколько я хочу, я говорю, я минут 10-15 только выдерживал, потом мне просто надоело, и в итоге я возвращался обратно. А сейчас меня автоматически поднимает наверх. Хм. Странно очень. Тем не менее, видите, вот я плыву, 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 да, все, ниже и ниже опускаюсь. А вот меня автоматически поворачивает. Вот меня сейчас повернуло автоматически, да? И я опять опускаюсь и продолжаю опять плыть ниже. Вот, видите, меня самого поворачивает автоматически наверх. А я опять вниз и опять вниз, вот. И так можно, короче, постоянно плыть сколько хотите. Вот. Так что вот такая вот фигня. Теперь давай сейчас. Вот сколько я плыл уже вниз? Наверное, минуты 3-4, да? И сейчас мы также будем, наверное, возвращаться... наверх столько же времени. Вот как раз 5 минут прошло.
Я говорил пропустить минут пять. Ну вот мы уже возвращаемся. Хотя нет. Получается то, что все-таки, видите, определенная глубина тут есть, но не бесконечная. Но когда я. Вот когда только игра вышла, да? Я никаких патчей на нее. Может быть, это в патче исправлено было, хотя я не уверен. Как только игра вышла, я никаких патчей на нее не ставил, ничего. Я сразу в нее играл, мы как далеко уплыли, да? И там. Я говорю, можно было плыть бесконечно. Хм. Странно как-то. Почему я так далеко оказался от корабля? Ну все, как я и говорил уже, минут через пять я продолжу прохождение. Сейчас мы заберемся обратно на катеры и продолжаем прохождение, уже идем на корабль. Так, а на корабле у нас тут будет много врагов, и нам нужно будет их всех мочить. Так, а как быстрее забираться-то? Вот. Так, сейчас посмотрим, есть тут что или нет. Короче, наша цель добраться до центра корабля. Но нам нужно будет много-много чуваков замочить. Сейчас я пока спокойно иду, никого нет. Но как только они меня заметят, сразу, короче, начнется пипец. Они меня уже заметили. Можно вручную бить. Я завалил его. На самом деле достаточно сложно, потому что они тут мочат тебя очень-очень сильно. Так, ну тут пока еще. Там двери закрыты, нужно наверх идти. Но тут пока еще, в принципе, легко было. Нужно тут найти контейнер и начать подниматься наверх. Тут она не хочет подниматься почему-то. Хм. Подожди, откуда же нужно начать подъем-то? Что я, блин, сам запутался. Она на эти контейнеры не хочет забираться. Странно. Вот тут закрыто все. Видите, вон нужно вон туда. Во. Нет, очень высоко. Видите, как она двигается. Во. Вот дурак. Он просто стоял, короче, на месте. Так, чекпоинт. Лучше их, конечно, мочить из другого оружия. А тут, кстати, тут можно им гранату кинуть. Ага, тут даже подсказка дается. Можно! И они все там взорвались. Опа! Ой, блядь! Как он меня напугал-то, сука. Смотрите, как у меня здоровья мало. Но оно сейчас постепенно будет восстанавливаться. С другой стороны, наверное, тоже их дохрена там. No smoking. Не курить, гранаты не кидать. Они меня мочат из какой-то винтовки специальной.
видим, мое укрытие сломалось. А у меня оружия никакого разве нету? Дробовик. Должен быть винтовка. Возьмем винтовку. Все равно пистолеты показывает. А как оружие это менять, я не помню. Хм. Странно, все равно он показывает, что у меня, блядь, пистолеты почему-то в руках. А, пробел почему-то. Хм. Нет, пробел это прыжок. Вот, экипировано, да. Пробел это прыжок. Блядь, придется в управление лезть и смотреть, какой же кнопкой доставать оружие, блин. Вот это, блин, неудобно. Почему они не могут написать так? Прыжок влево-вправо. Захват действия, выстрелить, граната, пауза, сменить оружие, его кнопка 1 почему-то. Я такого даже и не помнил. Вот, меняется на винтовку. И все равно на пистолет не мочит. Что-то хрень, какая-то, блин, странная хрень. Вот, видите, я достал винтовку. Так почему она мочила его пистолетами? И еще, как использовать аптечку? Потому что у меня здоровья мало. Так, пауза, КПК, оружие, идти, фонарь, камера, захват цели, спринт. А как использовать аптечку, не написано. Я, наверное, захват цели... поменяю вот так вот. Камера, фонарь, идти, сменить оружие. А, вот аптечка 9, блин, я тормоз. Во. Вот так, сука. Ха-ха. Так. Подождите, а почему она прыгает-то? Блин, ну что ж за жопа-то такая? Она не должна прыгать, когда ты нажимаешь на кнопку мыши-то. Вот, видите, прыжок. Удалить надо. Удалить. Вот, прыжок, только Space, чтоб был. Во. Вот, вот это цель, а вот это прыжок. Так. Чекпоинт. Ух ты, сука. А у них уже дробовики в руках. Ну-ка, я могу дробовик тоже взять. Пистолеты. У меня вроде был дробовик в меню выбора оружия. Да, посмотрим. Дробовик есть? Во, есть. О. Просто мне вроде как бы казалось то, что так же, как в Tomb Raider Anniversary, надо переключать оружие, когда ты крутишь колесо. Оказывается, нет почему-то. Дробаш вроде не очень сильный. Хотя, смотрите. Блять, перезаряжайся быстрее. Чё она так долго перезаряжается-то? Вот в итоге сейчас ее убьют. Да ну, дробаш говно. Только если в упор стрелять, тогда хорошо. Но если я к ним в упор подхожу, то они мне тоже много повреждений наносят. А у меня УЗИ есть даже. Поэтому мне невыгодно к ним в упор подходить. Я из дробовика быстро много повреждений наношу.
По-моему, винтовка лучше. Подводное ружье. Все. Так. Это аптечка. Все, мы можем внутрь идти. Внутрь корабля. Тут что-то у меня игра потормозила. Ой, бля. Пипец, все взорвалось нахер. Ларка. Это как Uncharted. Как Дрейк всех мочил в Uncharted. Ага. Так и Ларка всех дрючит. А, сейчас будет заставка, где все взорвется. О. Вот дурак, да? Стреляет прям по баллонам. Вот дебил. Корабль тонуть будет. Так, вот тут можно запутаться, как куда идти. Тут тупик. Во. Это, короче, заставка, как она Натлу встретила. Вот тут Натла была, да, ее, короче, унесло. И нам нужно будет сейчас с корабля выбраться. Тут закрыто. О, все. Везде все горит. Так. Тут не на время, тут можно не спешить. Так. Корабль на бок клонится. И чё такое? Блять, надо было по идее наоборот вперед бежать. Короче, вот тут в легенде, потом в Tomb Raider Chronicles, также сделали в шестом Resident это, и еще в некоторых играх я что-то я застрял, я двинуться не могу. Прикиньте, я застрял. Я могу только прыгать на месте и все. Во.
Я выпрыгнул. Прикиньте, она там застряла, короче, и не могла двинуться. Короче, в некоторых играх, например, вот еще в Tomb Raider Chronicles или вот в шестом Resident Evil, это сделали. То, что вот ты находишься на корабле, да? А в шестом Resident Evil и в Tomb Raider Chronicles ты был на подлодке. То есть сначала все нормально, да? А потом подлодка или корабль начинает тонуть. Кстати, в Uncharted такое же было. В Uncharted 3 было опять такое же. То есть, видите, во многих играх такое. То есть, ты находишься на корабле или на подлодке. Сначала все нормально. Потом корабль или подлодка начинает тонуть, гореть. И тебе нужно выбираться из корабля. Потом он находится в перевернутом состоянии, да? Затопленный весь горит в перевернутом состоянии. И ты должен выбираться. Во. Тупо, короче, слизывают друг у друга вот эту тему. Вот дура, я нажимаю на кнопку, чтобы она баланс держала. Она не держит. Все. Все, выбрались. Быстро, да? Титаник, блин. Сейчас мы куда, в Мексику поедем? Нет. Таиланд. А, Таиланд, это уровень в демке был. Но это мы уже на следующее видео оставим. В следующем видео будем по Таиланд проходить. Сейчас нам дадут выбрать, в каком костюме. И какое оружие. Ну, в Таиланде у нас будут, кто враги, будут тигры, потом еще кто-то, не помню. Транквилизатор для тигров хорошо. Бац, и все. Давайте возьмем транквилизатор. Так. Ну все, в следующем видео будем в Таиланде.